расстрелянные дали тугих ветров разлет. Однажды мы настали, как утро настает. Шагали в бой бесстрашно, и целый мир узнал крутую песню нашу «Интернационал». Это поступ великих веков, где мечты свершения бессмертны. В истории нет ветерков, в истории только ветры. В истории нет ветерков, в истории только ветры. Уже скоро 40 лет, как победители встречаются здесь, в Москве, у Большого театра и в Парке культуры имени Горького. У нас одна родина, одна столица – Москва. И этот адрес все знали – Москва, Большой театр. Поэтому мы здесь и встречались, и по традиции продолжают встречаться. Вместе с боевыми товарищами шагал и я долгими, трудными верстами войны. Был я разведчиком. Довелось ходить за линию фронта, участвовать в захвате многих языков. Всякое бывало, но так уж устроена человеческая память, что в такой великий день вспоминаем мы, ветераны, как правило, эпизоды радостные, победные. Летом 44-го я был в Москве, выздоравливал после ранения. Только что мне вручили золотую звезду героя, и настроение у меня было, прямо скажем, торжественное. Вдруг приезжает за мной киногруппа, сажают на машину и везут на съемки. А куда, не говорят. Вот мы в центре нашей столицы. Едем вдоль огромной колонны пленных немцев, взятых в операции «Багратион». А надо сказать, что в ходе подготовки именно этой операции довелось мне добывать необходимые сведения в тылу врага. И вот операторы, с которыми я ехал, снимали эти кадры, а на площади Маяковского сняли и меня на фоне пленных. Друзья мои потом шутили: попал ты, говорят, в историю. Ну, а если серьезно, это действительно было незабываемо. Но это еще была не победа. До победы еще было далеко. Thank you.
пройдут века, но сохранит народная память твой бессмертный подвиг, советский солдат. Как шел ты к победе сквозь огненный смерть, как поднимался в атаку под смертельным свинцовым дождем, как терял ты дорогих своих товарищей на кровавых полях войны. В сражениях, равным которым не было в истории, прославили советское военное искусство полководцы Великой Отечественной. Жуков, Василевский, Рокоссовский, Конев, Говор, Черняховский, Малиновский и другие. Дойти до победы – это была мечта миллионов советских воинов. Наша победа – великий рубеж в истории человечества. Она показала величие нашей социалистической родины, всесилие коммунистических идей, дала изумительные образцы самоотверженности и героизма солдат отчизны. Тысяча 418 дней и ночей шли мы к этому параду победы. А тем, кто сложил голову в борьбе с фашизмом, вечный покой и вечная всенародная память. Сломалась дорога, наши раны болели, наши кости белели. Мы солдатское лихо вместе с кашей ели. Наши раны болели, наши кости белели. Мы солдатское лихо вместе с кашей ели. Все меньше и меньше, мы уходим далече, это мы погасили бухенвальдские печи, наши роты редели, наши души сидели, смерть погреть заходила к нам в окопные щели, наши роты редели, наши души сидели. Смерть погреться ходила к нам в окопные щели. Нас все меньше и меньше, надвигаются годы. Мы с той глушильной, из солдатской породы. В трудных снах оживая, бьет метель фронтовая. Вся в рубцах да в ожогах, наша память живая. В трудных снах оживая, бьет метель фронтовая. Вся в рубцах да в ожогах, наша память живая. Вся в рубцах да в ожогах, наша память живая. Наша память живая, наша память живая. Живая память ветеранов в сердцах этих молодых ребят. У них сегодня день торжественный. Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил СССР, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную государственную тайну, соблюдать Конституцию СССР и советские законы, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников. Я клянусь
добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своей советской родине, советскому народу и советскому правительству. Фильм наш, конечно, об армии сегодняшней, но без истории, без рассказа о славных боевых традициях нам не обойтись. Мы на знаменитом московском заводе. Вот здесь, именно в этом цехе, тогда он назывался «Гранатным», 11 мая 1918 года вместе с бойцами 4-го московского и варшавского революционного полков Владимир Ильич Ленин принимал воинскую присягу или, как тогда говорили, давал формулу торжественного обещания. В январе 1918 года на заседании Совнаркома был принят декрет об организации Красной Армии. Товарищи Красной Армии, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли. Красная армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой за крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. В письме ко всем членам партии от 14 июля 1919 года Центральный комитет писал: «Дело построения армии для нас самое новое и потому самое трудное дело». Центральный комитет призывает партийные организации 9 десятых своих сил отдать армии. В октябре 1918 года в Красной армии было 35 тысяч коммунистов. В августе 1920 уже 300 тысяч. Овеяны победными легендами имена народных полководцев гражданской войны. Фрунзе, Ворошилова, Бутённого, Тухачевского, Шапошникова и других. Василий Иванович Чапаев. Непобедимый комдив. Народ слагал песни о его подвигах. А сегодня мы можем говорить о военной династии Чапаевых. Старший сын легендарного комдива Александр Васильевич геройски воевал в годы Великой Отечественной. Генерал-майор. Прошли года, я уже отслужил в армии, в которой находился 40 лет. Теперь служат мои сыновья. Старший полковник авиации, его сын, курсант военного училища, который вот в скором времени должен стать также офицером советской армии. Не так давно принят нашу великую партию. Продолжается, не угасает славный род Чапаева. Придет время, и уже правнуки и праправнуки героя гражданской войны примут военную присягу на верность отчизне. Как человек становится солдатом? В один из дней, когда человек достигает определенного возраста, он получает повестку из военного комиссариата. Это первый в его жизни приказ. Конечно, это не случается неожиданно. Каждый юноша знает, что в Конституции записано, что это его обязанность служить в вооруженных силах. И вот этот день приходит. Совсем недавно они еще не знали друг друга, а теперь это уже единая боевая семья, подразделение или часть. Но теперь они все выполняют одну
общую большую задачу. Охраняют нашу Родину. Вот вы, как ваше имя? Валера. Валера, а фамилия? Албутов. Албутов. Откуда вы, из каких краев? Я с Горьковской области. А по профессии вы кто? По профессии судовой механик. Судовой механик. А вы? Я Юхимчук Виталий. По да. профессии плотник. Плотник. А вы? Алимбетов Джаксы. Алимбетов Джаксы. Вот я уже вижу. А кто вы по национальности? Казах. Казах. Сколько вы уже служите? Полтора года. Полтора года. Значит, у вас служба уже к финишу. Ну, невеста, наверное, ждет вас. Да, ждет. Ждет, да? Пишет? Пишет. Соскучилась, наверное. Каждый день пишет, получается. Ну, это уже любовь. Это уже по-настоящему. Служит Родине солдат. Бой этот, само собой, учебный. Все продумано для безопасности этих парней. Но огонь настоящий, танки настоящие. И выдержка, сила, мужество нужны им самые настоящие. Схватку вы видите показательную, но отвага и ловкость тут не поддельные. В войну, в разведке, мне помогло увлечение боксом. Эти приемы, пожалуй, похлеще. Армия закаляет солдата, учит переносить физические и моральные нагрузки. Это все пригодится ему потом и в жизни, как говорят на гражданке. Народ наш хочет мира. Об этом точно и лаконично сказал генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов. Мы хорошо знаем, что мир у империалистов не выпросишь. Его можно отстоять, только опираясь на несокрушимую мощь советских вооруженных сил. По численности и боевому составу самый крупный вид нашей армии – сухопутные войска. Это сегодня уже не прежняя, близкая моему сердцу, пехота, царица полей. Все части моторизованы, а воины укрыты броней. Во все времена наша армия черпала свои силы из неистощимого родника по имени Советский народ. Тридцатые годы. Легендарное время первых пятилеток. Коммунистическая партия заботилась об укреплении своих вооруженных сил. Но враги не унимались. Именно в эти тревожные дни Дмитрий Федорович Михеев послал телеграмму маршалу Блюхеру с просьбой создать танковый экипаж из его сыновей. «Это можно», — ответил маршал. «Сыновей хватило бы». Сыновей хватило. Их хватило для первого экипажа и для второго, который боец гражданской Дмитрий Михеев провожал уже на поля Великой Отечественной. К сожалению, нет у нас кинокадров, запечатлевших ратный путь сыновей Михеева. Но мы можем легко его представить. Вот так шли они с боями по Европе, к столице Кровавого Рейха, где на стене Рейхстага среди многих имен написали: «Отец, Михеевы в Берлине». В 50-е годы стали танкистами уже внуки Михеевых.
много славных боевых традиций в нашей армии. Развивая и приумножая их, командиры и политработники воспитывают молодых солдат, новую смену. Я начинал службу в армии еще до войны, и тогда у нас были политработники, их называли, и они официально имели это звание, комиссары. Это очень своеобразное, впервые, пожалуй, в истории вооруженных сил всех времен появились такие вот должности, как политический работник специальный. Я вспоминаю этих людей с большой теплотой, с большим уважением. Комиссар – это был отец. Их между собой так и звали. Отец. К нему можно было прийти с любым вопросом, с радостью, с бедой. И всегда он тебе поможет, скажет, как поступить правильно. Войны, именно в годы войны сказалась вот эта величественная, огромная работа, проделанная комиссарами. Потому что именно они были создателями того духа, той моральной прочности, которая помогла нам выстоять в самых критических обстоятельствах вот первый трудный, трагический год войны. В Байкалье есть учебная танковая дивизия, которой ныне присвоено имя Леонида Ильича Брежнева. Он служил здесь, был танкистом, здесь стал политруком. Мне памятны слова, которые написал он впоследствии о комиссарах Великой Отечественной. Если учесть, что боевой дух войск всегда признавался важнейшим фактором стойкости, то именно политработнику было доверено самое острое оружие в годы войны. Души и сердца воинов закалял он. Без чего ни танки, ни самолеты, ни пушки победы нам бы не принесли. Сегодня в нашей армии нет комиссаров, но политическая работа ведется. Она стала еще более сложной, целенаправленной и действенной. Политработники, комиссары наших дней. Каждому офицеру и каждому солдату они преподают главную науку нашей армии и флота. Науку марксистско-ленинского осмысления мира, направляющей воле коммунистической партии, науку, которая делает нашу армию непобедимой. Партия Ленина – бессменный комиссар армии страны Советов. 9/10 советских воинов – коммунисты и комсомольцы. Довелось мне не раз бывать за рубежом. Каких только небылиц о нас, о нашей армии не приходилось слышать по радио, видеть по телевидению, в кино, читать на страницах газет и журналов. Вот что они пишут о себе. У нас достаточно ядерного оружия, чтобы устроить более 600 тысяч хиросим, и 2400 таких войн, как Вторая мировая. Это слова доктора Барри Шнайдера из Госдепартамента США. Вы только вдумайтесь в эту страшную бухгалтерию смерти.
600 тысяч Хиросим. 2400 таких войн, как Вторая мировая. Американский институт Брукингса свидетельствует. Я цитирую. В течение 30 лет после окончания Второй мировой войны США использовали вооруженные силы в качестве инструмента политики практически раз в два месяца. Авторы этого исследования приводят 215 примеров такого бряцания оружием. Однажды увидел в Нью-Йорке на витрине книжного магазина любопытную книжицу. Она называлась «Русский языковый гид». Но это не словарь туриста, а официальное пособие, изданное Пентагоном для американских солдат. Вот, например, как и о чем рекомендует им говорить с русским человеком. Стой! Иди сюда! Где штаб? И главный вопрос, где дорога на Москву? Листаю дальше. Я хочу суп. Я хочу вина. Я хочу сигару. Я хочу кровать. Ничего не забыли. Поистине нет предела претензиям солдафона, мечтающего вломиться в чужой дом и положить ноги на стол. Откуда, по-вашему, исходит угроза войны? У меня на этот счет особое мнение. Я считаю, что всегда начинал воевать капитализм. С тех пор, как он существует, он всегда искал повод для войн. Вам же всегда приходилось защищаться. Советский Союз особенно сильно пострадал в последней войне. Федеративная Республика Германия. Сегодня во многих странах растет и ширится антифашистское движение. Необходимо единство всех сил, чтобы обуздать фашизм, не дать развязать новую войну. Антивоенное движение стало важным фактором в решении проблем мира и безопасности. Можно ли сохранить мир на планете? Мы хорошо понимаем, что защита мира – задача важнейшая и неотложная. Гнев вызывают у нас военные приготовления стран блока НАТО, лихорадочная гонка ядерных вооружений, предпринятые силами империализма и реакции. Необходимо бороться за мир, отстаивать его, как делает это Советский Союз и братские социалистические страны. И я думаю, у нас достаточно сил, чтобы защитить мир, дать отпор агрессивным проискам империализма и реакции. Подлинным выражением дружбы армий социалистических государств стала организация стран-участниц Варшавского договора. По самой сути своей, этот оборонительный союз – надежная гарантия мирного труда наших братских народов. Советский Союз и другие страны социалистического содружества неуклонно проводят миролюбивую политику, выступают за переговоры, за укрепление разрядки и снижение международной напряженности. Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов на ноябрьском 1982 года пленуме сказал: «Агрессивные происки империализма вынуждают нас вместе с братскими социалистическими государствами заботиться и заботиться всерьез о поддержании обороноспособности на должном уровне». С генералом армии Толубко мы, можно сказать, старые знакомые.
Я помню Владимира Федоровича еще командиром танковой бригады на Калининском фронте. Участвовали тогда в одних боях. С той поры прошло много времени. Я стал писателем, редактором литературного журнала, а Владимир Федорович сегодня главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения. Это главная ударная сила вооруженных сил страны Советов, способная защитить от любых агрессоров. Глубоко под землей надежно защищенные командные пункты, на которых круглосуточное дежурство несут опытные офицеры-ракетчики. Их постоянная боевая готовность, их высокая выучка – надежная гарантия нашей с вами безопасности. В наше время воинский труд стал, безусловно, более сложным. Если в годы Второй мировой войны в армиях было 160 основных воинских специальностей, то в сегодняшних армиях их насчитывается несколько тысяч. Для многих сержантов и старшин требуется знание на уровне техника, а для большинства офицеров нужна инженерная подготовка. И в этом сегодня для нас нет ничего удивительного. А я помню, что в начале 30-х годов издавался специальный букварь для красноармейцев, который выдержал 7 изданий. Да, неузнаваемо изменилась наша армия. Теперь это одна гигантская школа, в которой учатся все, и солдаты, и командиры. Золотым фондом нашей армии и флота по праву называют советских офицеров. Свыше 90% офицерского корпуса – коммунисты и комсомольцы. Более половины офицеров имеют высшее военное и военно-специальное образование. Боевые ордена по праву украшают знамена многих военных училищ и академий. Их выпускники сегодня заменили славных ветеранов Великой Отечественной. Командуют батальонами, полками и дивизиями. Они учат и постоянно учатся сами, потому что все усложняется, совершенствуется боевое оружие. Советская военная наука родилась и окрепла в горниле величайших сражений. Она стала подлинной наукой побеждать. Мы на командном пункте одной из частей ПВО. Здесь особый счет времени, на секунды, на доли секунд. Ведь современный самолет за одну секунду пролетает более 3 километров. Поэтому малейшая ошибка недопустима. Первый к бою готов. Первому обнаружит цель номер 2. Принято. Передатчик. Есть у нас подальности. Есть у нас по углу. Есть цель. Цель одиночная, без помех. Приближается. Цель противник. Ефрейтор Поляков — классный специалист. А для рядового Сучкова все только начинается. Ефрейтор взял шефство над молодым солдатом. Товарищеская взаимопомощь
всегда была законом воинской службы, помогала совершенствовать боевое мастерство. Встречу воздушного противника по сигналу в небо уходят истребители-перехватчики. Их действиями руководят с командного пункта. Обычная тренировка. Сколько их было, сколько их еще будет? Каждая минута, каждая секунда боевой готовности имеет свою особую цену. Предъявляет людям в военной форме свой особый строгий счет. Цель подходит к зоне пуска. АС РП. Есть цель по углу. Внимание, цель уничтожить. Есть АС по дальности. Есть АС РП по углу. Внимание. Первое. Пуск. В мирном небе нашей отчизны несут боевую вахту летчики, крылатые солдаты советской армии. И нет для них барьеров погоды, недоступных высот и расстояний, нет ни дня, ни ночи. По-прежнему в боевом строю маршал авиации Александр Петрович Силантьев. Он начал счет сбитых самолетов противника на второй день войны. А дальше день за днем в воздушных боях. Боевых вылетов 381. Лично сбитых самолетов 18. В 1941 году страна увидела эти кадры кинохроники. За отвагу и мужество, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, Михаил Иванович Калинин вручил старшему лейтенанту Силантьеву орден Ленина и золотую звезду Героя Советского Союза. Скорость 3000 километров в час. Потолок более 30 километров не предел для них, наследников нашей великой победы. Подвиги в годы войны были разные. У Александра Матросова подвиг длился всего несколько секунд. У Гастелло несколько минут в небе. Зоя Космодемьянская совершила свой подвиг в течение нескольких суток. Карбышев совершал подвиг годы. 28 панфиловцев совершили каждый свой подвиг в отдельности и все вместе. Есть место подвигу и в мирное время. Вот здесь, в берлинском небе, не так давно был совершен подвиг советскими военными летчиками Капустиным и Яновым. Внезапно загорелась у них машина. Конечно, летчики могли выброситься на парашюте, но внизу был город, внизу были люди. И советские летчики пожертвовали собой ради спасения этих людей.
В наши дни на могилу отца, на братской могилу, где Капустин и Янов похоронен, приходит сын Капустина Валерий. Такой героизм в наши дни. В буржуазной печати утверждают, например, что в век ядерного оружия обесцениваются такие понятия, как храбрость, стойкость, личное мужество, поскольку прямые контакты с врагом окончательно исчезают. Героев нет, считают они, есть только потенциальные жертвы. Падение моральных ценностей, характерные для их действительности, они пытаются выдать за некую всечеловеческую закономерность. Герой нашего времени. Как литератор, пишущий об армии, я думаю о нем, ищу в людях его черты. Он сегодня не только человек поступка, это само собой, но и человек нравственного выбора, человек совести, человек чести. Среднеазиатский военный округ. Гарнизонный госпиталь. Идет сложная операция. Хирурги борются за жизнь офицера Александра Киселева. Надо извлечь десятки осколков. Беда случилась на практических занятиях по метанию ручных гранат. Курсист Александр Киселев награжден орденом Красной Звезды. Ныне он слушатель военно-политической академии имени Владимира Ильича Ленина. Как тебе служится, сынок? Волнуются отцы и матери. Ефрейтора Виктора Полякова, вы его помните, уже ждут дома. Скоро он вернется домой. А мы и это постараемся показать. Тысячи незримых нитей связывают наших солдат с родными, любимыми, близкими людьми. И в каждом письме обязательно просьба. Пиши почаще. Нам все интересно про тебя. И летят солдатские весточки во все концы страны. Я, конечно, этих писем не читал, но легко могу представить, о чем пишут домой сыновья. Пишут, что армия стала для них школой жизни, суровой, но необходимой. Пишут, какие книги прочитали, какие увидели фильмы. Ведь в армейских библиотеках насчитывается 120 миллионов книг. В воинских частях демонстрируются все лучшие художественные, документальные, научно-популярные фильмы. Пишут, конечно, и о том, что возмужали, окрепли, что армия дает им физическую закалку, воспитывает силу воли. Солдатское творчество. Мы знаем, что во многих воинских частях есть свои художники, музыканты, поэты. Thank you.
Две трети границ Советского Союза омываются морями и океанами. Здесь несет круглосуточную вахту советский военно-морской флот. Он тоже изменился, впитал в себя новейшие достижения научно-технического прогресса. Атомная энергетика, радиоэлектронные средства в сочетании с ракетами различного назначения выдвинули наш флот в разряд стратегических сил, способных действовать в любом районе Мирового океана. Леонид Илларионович, мы с вами год назад виделись. Полтора уже. Полтора уже прошло. Ну, время быстро бежит. Тогда, я помню, ваш полк был инициатором соревнования в сухопутных войсках. Да, был уже второй год. Да. Отличный был полк, отличный, да? Отличный был полк. Ну, а вот этот год как вы завершили? Полк завершил учебный год. Тоже с общей оценкой отличный. Отличный, выполнил, да? Свои обязательства. И на этот год взял тоже обязательство быть отличным. Ну, теперь вот такие серьезные, большие учения. Как вы сами вот чувствуете, как ваш полк? Я твердо убежден в том, что полк со всеми своими боевыми задачами, поставленными перед ним, справится вполне успешно. Я желаю от души вам успеха, большое чтобы спасибо. Все у вас было хорошо. Большое спасибо. Главное, что определяет сегодня лицо нашей армии и флота, это новый человек в военной шинели. Настоящий властелин современной боевой техники и оружия. Член Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов образно сравнил нашу армию, черпающую силы в народе, с могучим деревом, которое уходит своими корнями в питающую его землю. Это очень верно. Ведь советские солдаты – это наши внуки, наши сыновья, наши любимые. И поэтому так любят у нас армию, так верят ей. Все рода войск должны взаимодействовать, как инструменты одного большого оркестра. Я помолчу, а вы посмотрите, как мастерски действуют в условиях, максимально приближенным к боевым, советские воины, вооруженные самой совершенной техникой, вслушайтесь в мощную симфонию боя. Thank you.
Советская армия – особая армия. Она есть школа воспитания интернационализма, воспитания братства, солидарности и взаимного уважения всех наций и народностей СССР. На ноябрьском пленуме ЦК КПСС 1982 года Юрий Владимирович Андропов подчеркнул, что дать все необходимое армии и флоту Политбюро Центрального комитета считало и считает делом обязательным, особенно в нынешней международной обстановке. Мир, завоеванный нами в жестоких боях, не сохраняется сам собой. Его надо отстаивать, за него надо бороться, его надо уметь защищать. И мощное современное оружие, врученное вооруженным силам партии и народам, нужно не для того, чтобы заставить других жить, как нам хочется, а для того, чтобы мы сами могли жить так, как мы хотим. Вот почему день и ночь стоят на посту солдаты отчизны. Тихо в лесу, но вы видели, какая совсем недавно прошла здесь техника. По этому лесу, по тем полям. Вот еще слышны, последние машины удаляются. На этих учениях, на больших и малых учебных баталиях, наши воины как бы сдают экзамен. Все они с гордостью называют себя большим, емким, красивым именем солдат. Наша армия – это армия народа, армия мира. Советские люди, которые одеты сегодня в военную форму, видят свой высокий долг в том, чтобы оберегать Родину, отстаивать мир на земле. Степи в цветении, а над ними полнеба в заре. Знаю я, повезло мне с рождения, я родился на этой земле. На земле заревой человечной, омываемой земле величавой вечной, на земле легендарной поверь. Встретят счастье свое наши дети, а потом дети наших детей. На земле самой лучшей на свете, на земле самых мирных людей, на земле заревой человек.